Да, велостолица. 100%. Харьков не только первая столица Украины с 17 по 34 год, но и первая велостолица. Международный праздник, то международный. Да не хочу, я тут уже. Да. Канадские флаги здесь видны были. Велопочта. В самом хвосте колонны. Показали. Все, бегу. Ну, практически все. Пошел я присоединяться. Поехал. Да, там британский флаг. Не то чтобы скорая, но забавная медицинская помощь. Thank you.